прислушиваться, кто о чем болтает. Слушаться, кто о чем болтает. Ты наделал. Орки могли бы оставить нас в покое. А теперь Ксардос нашлет их еще больше. Тебе надо идти в Реддок. Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Die Orks suchen immer nach neuen Sklaven. Ardea war bis vor kurzem noch frei. Frei von Orks, aber leider auch frei von Rebellen. Die Orks kamen einfach her und haben das Kommando übernommen. Danach begann die Selektion. Arbeitsfähige Bauern, Schmiede, Alchemisten und... Wohin bringen sie... Meistens zu alten... Suchen die Orks et... Wer weiß, vielleicht nach vergrabenen... Was ist das für eine Rolle da? Welche? Ach die. Sie muss wohl beim... Du hast ihn bestohlen? Er hat mehrmals in die Rolle geschaut. Es schien so. Normalerweise du... Natürlich nicht. Aber... Dann hatte ich... Kann ich die Schrift... Jetzt will ich sie... Ach du Scheiße. Was ist los? Wir müssen wohl überall Orks herumlaufen. Xardas persönlich hat... Zeig her. Hier, nimm sie. Alles wird gut. Das glaubst du doch selber. А какие у Ксардаса дела с орками? Да что с тобой? Тебе что, не было здесь последние недели? Ксардас стал предводителем орков. Он предал всех нас. Что ты еще знаешь о Ксардосе? Он разрушил рунную магию, этот негодяй. Без магии у паладинов и огненных магов не осталось никаких шансов выстоять против полчищ орков. Что в Реддоке? Лагерь повстанцев. Он находится посреди леса. Там водятся волки. С волками я разберусь. Да, но эти твари чертовски агрессивны. Кроме того, в одиночку ты не найдешь лагерь. Думаю, твой приятель Горн знает, где это. Тебе нужно с ним поговорить.
Что я должен сказать повстанцам? Скажи их предводителю, чтобы он прислал нам воинов. Сами мы здесь не справимся. Да уж, ситуация просто аховая. Ничего не могу поделать. Я не люблю орков. А что с Лестером? Ведь он хотел пойти за подкреплением. Мы беседовали. Если удачи. Было так просто. Не сдавайся. Мы снова влипли в хорошенькую историю. Может, тебе и все равно. Что здесь произошло? Орки одержали совершенно очевидную победу над королем Рабаром. И теперь орки носятся по всей стране, порабощая людей. Но намного больше меня интересует, куда же подевался Лестер. Лучше бы ты уладил это сам. Как в старые добрые времена, да? Орки были не такие уж сильные. Думаю, есть и помощнее. Что с Лестером? Кажется, он собирался идти за подкреплением. А ты что хотел услышать? Всегда так было. Конечно, почему нет? Я бы даже и внимания не обратил. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Да, хватит. И так все плохо. Плохие новости. Нет подкрепления. Это я заметил. Что случилось? Попробуй, поищи корабль. Ты его не найдешь. Что? Пираты. Все произошло в одно мгновение ока. А что с нашим снаряжением? А ты как думаешь? Придется искать новое. Поговори с Диего. Он умеет доставать разные вещи. Что ты теперь будешь делать? Буду пробиваться на юг. Но мы ведь еще увидимся, правда? Я думаю, да. Покажи мне свой товар.
просто подожду. Некоторые проблемы решаются сами собой. Я бы даже их внимания не обратил. Ему-то это лучше знать. Получи!